Всем привет, приятного аппетита, с вами King of Pain, который будет играть на Queen of Pain. Прощаемся с Тейчесом, смотрим новых персонажей. Это медовая квапа, я пикал этого героя осознанно последний раз 5 лет назад. Так что с корабля на бал, так сказать, приятного просмотра. Так, Верочка уже уехала, с Арканой остался Шейкер, Огр, Квапа, Виз ДК. В моей команде нам просто урона добить, я считаю. Квапа нормально, поехали. Красоточка. Ну да, нормальная девчуля, поехали. Ну, кстати, да, вот справедливости ради, у нас было очень много дней, когда именно вот Тейчес вот прям постоянно залетал. А учитывая, что у него банрейт 40% на хайрангах, чисто по терверу должны быть и такие дни, конечно. Спасибо, Лёха, за 150, спасибо тебе за композицию, послушаем. Ну, на меня тоже контроля дофига, конечно, здесь. Так, на квапе играем редко. Играем редко, надо подумать, что купить. Еще куда кого? Ну вообще ботал пораньше. Проблема с Эмбером в чем? Чувак доджит фистами мой кинжал. Поэтому кинжал, наверное, не особо хочется максить. Играть будем через третий, скорее всего. Ну да. Джет нам небо поможет. Это мейн, да, это мейн. Только на мейн играем, ребята. Так, ну чё, батлянский. Небо поможет. Экс. Ну, это может быть БКБ, здесь дефолт как бы будет. Зачем что-то выдумывать? Пока неохота ставить вардик. А то ребята любят чекать туда-сюда бегать. Эй-эй. Сколько есть урона? 75. Ну это больше, чем моя тычка. Я думаю, имеет смысл брать для того, чтобы РНЖ секьюрить. Ничего себе ты, конечно, этот. В тенистом лесу тут. С хвостиком сидишь. Откуда хвост? Подождите, он из копчика растет. А так и должно быть? Не знаю, загадочно. Загадочно. Непонятно. Чё с центре пришел своей? Я вард еще не ставил. Отстань. Так, я, кстати, хотел вот так вот обойти. Может, где-то здесь поставить. Да, я думаю, красиво будет. Поехали. Стрим подрубил краба, получил Х3. Хасаки Текис, спасибо тебе большое. Ух ты! Далеко очень. А все, отбой. Спасибо! Спасибо тебе за 150. Уже почти 3 часа день не кидаю. Ник не меняю, потому что ты меня помнишь по нему. Поехали сюда. Спасибо большое, Хасаки. Большое спасибо за трек, рад тебя видеть. Ничего себе ты там отблочил. Ну и сиди под своей вышкой теперь, короче. Сейчас мы линию запушим, потом я под вышкой посижу. Оп! Last hit по перхоти, так сказать. А, он зарягал на серенжа. Понимаю, но это гений. Это как бы гений просто. Раз, два. Можно хлыстом поменьше махать? Вот эта вся артистичность, она вообще нужна? Нет? Крипа мне гони сюда. Пойдем долбить его с руки. Еще я терпеть буду, что ли? Это хамство. Вообще больно. Думаю, вот брать кортик, не брать. Но если я возьму второй, типа, я гарантированно выхожу из любых ситуаций. Давайте, наверное, так и поступим. Так и поступим. Рад тебя видеть, Хасаки, спасибо за трек. Спасибо за краба. Очень долго размахивается, мне не нравится. Так, что у меня? Ботл 70 золота, хорошо. А ему приехал? Че? Ему ботл типа несешь? Вы нормальные вообще?
Что это такое вообще? Я не понял. Почему ты здесь и что тебе от меня надо? Я сперва думал, может он по миду фидить решил. А теперь я вообще не понял, что это такое. В чем это самая идея, я извиняюсь. Ну если я там прыгну, я умру скорее всего. Поэтому мы туда не пойдем. Однако просто красивый. Ну, у парня ботл. Руна его под контроль. Просто у него первый уровень. Да сколько у тебя урона? Люблю музыку на стриме. Ох уж это знакомство с новыми персонажами, конечно. Вчера с проблемой при взрыве трона. Команда снесла Т3 и сам знаешь, туалеты активировались. В итоге команда обвинила меня, что я бесполезный со счетом 21-5, а керри 2-9. Рунка, иди сюда. А, Васек, так, подойди. Мешочек. Спасибо за 150, слушай, так ты же можешь просто в донате объяснить, что типа вот, меняю ник, теперь такой и все. У меня же проблем с этим не будет, я тебя запомню, без вопросов. Стример как бы этот, такого уровня мозговые решения осиливает, не переживай. Не переживай, такого уровня мозговые решения стример осиливает. Та-ра-та. Lo clava, se muere el green. Коридор. Ты пачка, как вор. Раз, два, три. Да как у... Тьфу ты. Не знаю, салву нести, что ли? Но я должен руну забирать в этот раз. Вообще неохота чем-то таким заниматься. Ренуть. А, понимаю. Так, и чё, и где ВР-ка? Сейчас будем с ней знакомство устраивать, получается, так? Я не взял руну, чёрт! Не, ну вы пипец душные, ребята. Чё вот он здесь делает по КД? Как это самое? Чё мне с ним, как бороться? Чувак просто приходит, руны контролит. Ну если бы я взял, кстати, я не умирал бы, скорее всего. Переволновался, смотрю, бежит, думаю, ё-моё, чё с тобой делать? Так, Васек, спасибо за 150. Так, а в чем проблема-то, я не пойму. Ну, типа, да, если ты со своей стороны сделал все нормально. Какая разница, кто-то еще говорит? То есть, ну, это же странно на такое реагировать. Как бы, всегда будет кто-то, кто будет чем-то недоволен. Вопрос в том, что, ну, а зачем ты на этот счет будешь париться? Если ты знаешь, что все сделал нормально. Нелюбимая, облик твой. То есть я вообще не считаю это проблемой. Я понимаю, проблема там, да, что там противник переиграл, что-то еще. Союзник затоксичил. Ну, прям в доте удивительно. В доте удивительно, что союзник чем-то недоволен оказался. Хватит меня обижать. У него на Эмбере, кстати, уже шестой. Я бы где-то вард поставил. Ту же самую ВР-ку искать. Вот почему у них соло оффлейнер, вы понимаете? Вот я когда играю, у меня сейчас было две игры подряд на керри. На самом деле очень удобно, что вот с разных сторон мы это рассматриваем. Две игры было на керри, оба раза четверка противника просто как вкопанная стоит и душит. Стоит и душит, душит, душит. Вот именно меня на пост один. Теперь как бы я сел на мидера, четверка противника просто бегает ко мне в мид, мой оффлейнер, ой, мой хардкерри стоит соло, 1x1 против оффлейнера. Ну вы что, нормальные, вы еще нет, люди? Это... Где баланс, так сказать? Почему так получается? Загадка, загадка. Повод на подумать, я бы сказал. Так, это мы несем. Руна здесь очень приятно. Вот здесь можно вардик поставить. Камин топ, we can kill. Меня видели, что ли? Да нет, наверное. Привет. Спасибо большое за поддержку. Как он привет, на луне здесь так зарофлил? Если бы я попал к нему третьим, я бы просто ультанул. Ну это жестко. Но ВС никак это не жестко. Получается. Тапка ты не занимаешься надо было дождаться, наверное. В определенные дни или же как захочешь сам. Молодой Чичопа, как захочу сам? У меня вообще в этом плане предпосылок нет. Типа, хочу я редко. Сразу могу сказать, хочу я редко.
Тут кентавр. Блин, ну луну мы должны убивать. Не знаю, не знаю. Ничего, с Квапой разберемся. Прочувствуем персонажа. Че, Аркана зря, что ли? Не-не-не, ты мне это самое. Ты мне поддашься. Попал, кстати, кортиком? Да, попал. Not bad. Одобряю. А, есть рунка. Можем размениваться с ним. У него ресов не особо много, кстати. Да-да. У него стиков дофига, кстати. Сколько у меня урон чистит? 340. Да. А, пути. Ну, он меня разводит, он хочет, чтобы я ультанул. А он знает, что я хочу, чтобы... Что он хочет... Он знает, что я знаю, что он хочет, чтобы я ультанул, получается, да? Но тут на майндгеймсах идет процесс, сами понимаете. Крути. А есть шанс его убить? Да вы надоели. Вот он на ВР-ке особенно. На ВР-ке парень особенно надоел. Пойду пить. Пойду пить боржоми. Поехали. Фурфур, спасибо за 150. Спасибо за трек. Кайфовая композиция. Сейчас послушаю. Большое спасибо. Все убиваем, чтобы эффективнее отпиваться. Фига они там в топ, кстати, вышли толпой прям. А че у нее по хп? Блин, она фуловая на луне качается, понимаете? Крипов бы забрать хотя бы, может быть. Но у меня просто ресов мало, рисковая так-то тема. Тоже мое. Ну, пофармили, допустим. Пойдем к Ларике купим. Где твое здоровье? Мангусик бы у меня один, конечно. Ну, у него вижен должен быть, он все равно не должен играть от такого, я думаю. Тупо ресов не хватает, чтобы прям грязи наворачивать. Сейчас Кларити приедет, буду отпиваться. Так, тут тип уже далеко заехал. А кто у меня, интересно, что собирает? Нам бы Весель. Был неплох, наверное, против них относительно. А что, меня видят, что ли? Вообще не должен. Че, пойдем? Прокаснемся на лоу хп. А чё, это самое? Мы опасные ребята, я считаю. Сюда подошел наш клиент. Вышка в боте дропается. Ну чё поделать. Все умираем. Так, чё по нейтралкам? Мне это нравится. Это мне тоже нравится. Вот на этого типа, если сайленса какой-то поставить... Сайленса нету. А как мы хотим файт тогда начать? Не уходи! Постой чуть-чуть со мной еще немного. Опа. Опасненько. Не, живем. Да что за пауза, ё-моё, ничего не понятно. Ща капля грима меня убьет, да? Но я не успею предрядиться, не-не-не, никак. А вот этого типа забреем? Да, и умрем все. Байбек от спектры, ё-моё, чел. Да, это жестко. Да, это жестко. Я не знаю, ну типа, в чем вообще был прикол с мака на мид? Ну мы же, нам же нечем цеплять.
Нужен либо мой орчит, либо хотя бы шестой этого типа на Дизре. А так получается шняга. Так получается шняга шняжная, объективно. Ладно, допустим, типа отпинали. Хорошо. Поехали. Эльтравамана включается в бой, ребята. Сейчас вышечку пойдем пушить. Правильно? Правильно. Погнали. Неприятный тип. Будем держаться от него подальше. Пец, а где грипы? Кто забрал? О, жестко. Погнали, погнали. Убивают? Нет. А чё там, статик был, что ли? Ну мы должны этого забирать. Это большой фраг, на самом деле. Ну-ка, я выйду немного. Он умирает. Найс. Пожадничал, за мной пошел. Еще какая-то, знаете, это... Повершот Мираны залетает тупо. По классике жанра, так сказать. Ну ладно, живем. Пойдет. Но они очень дайвят далеко. Типа это всегда хороший плюс в таких ситуациях, когда тебя заовнили, если ты просто спокойным остаешься, противник сам начинает ошибаться. Как недавно сказал один профессиональный игрок, кстати, по-моему, кто-то из Spirit, а, так это вроде коллапсы был. Типа гораздо проще ошибиться, когда ты ведешь, чем когда ты отстаешь. А что, никто никогда не ловил повершот Мираны? По-моему, дефолтная ситуация на самом деле. So beautiful. Так, ждем спектру товарища. О, хасабелька. Дефолтная, кстати, да. Ну, я не знаю, на самом деле, здесь даже доказывать ничего не надо. Как бы просто, если вы реально заинтересованы в подъеме скилла там и так далее, и по поводу там билдов, что-то хотите сказать, просто смотрите про трекер. Это очень показательная история, которая хорошо отрисовывает, что есть мета и что стоит брать. Ух, ну наконец-то у меня нормальная шмотка. Рунка. Пойдем добьем, что я тут разминал. Я с вами, ребята, поехали. Пойдем попрокастимся, так сказать. А что, у тебя блин готов? Нет. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Здорово. Впервые залетел на стрим. Вот тебе классики в плейлист. Ну такое сюда. Больно? По факту просто больно. Луны не было даже. Нас отпинали. Ice Dragon, привет! Спасибо большое за поддержку. Спасибо тебе за 250. Спасибо, что залетел. Рад тебя видеть. Мешочек вам чуть-чуть ностальгии закину. Надо орчит добить. С орчитом будем убивать эмбера нормально уже. Пока БКБ-ха не появилась, типа... Да и на БКБ форсить банально всегда приятно. Чё по талантам? В силе дефолт. Слишком больно играть. Жесть! Я причем все прожал. И в силу переключил, все равно умер. Ну да. Больновато. Спасибо тебе за 250. Большое спасибо за трек. И за классику. Я вроде, кстати, даже знаю, что такое. Послушаем. Спасибо. И мешочек ностальгия.
Мешочка, спасибо за 150. Спасибо за ностальджи, послушаю. Эмбер прям больно пьет. Ну, по факту. Что тут у вас? Сколько героев? Я его бот подефал чутка. Ой, настакали. Кстати, они его убьют. Найс, хорошо. Изи забузил, так сказать, стрик. Че, они пойдут в него улынить? Не хочу у него фарм забирать на свитере. Куда я, блин, канулся? Но Орчид добить надо. Добить Орчида — это must have. В принципе, я это сделал. Теперь можем пойти убить Эмбера. Какого-нибудь. I got my Orchid, we can try to kill Ember now. И БКБ-ху, пожалуйста. Потому что жить больно. Жить больно и грустно. Курьер-курьер. Хорошая ташка, видно все, Эмбера видно. Не то так Эмбера, I guess. Эмбер, no BKB, no Yules yet. О, Луна. Эмбер is going top, but they all go top, okay. Wait, 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 maybe they separate. Сейчас задеварди, да, или нет? Пипец, а что это такое вообще? Они в курсе, что мы делаем, или что? Мне кажется, он добил на имбире. Уже ветра теперь. Почему-то я так думаю. Ну да, похоже на смог на самом деле. Это я бы взял. Че, потише сделаем. Че, бот будем дефать? Но они за ним стоят прямо. Я не знаю. Типа насчет этого ситуэйшена. Так, си идея, наверное, была. Я не знаю, но типа, если я на него жму орчит, это же фигня. Надо было отменить. Чё мы тут хотели? Непонятно. Забайтился на шнягу. Сам виноват. Не надо было идти. Чё-то мы все какие-то странные действия делаем. Не знаю, я очень тонкий. Мне нужна БКБ-ха. Нужна БКБ-ха. Может, не зашайзить? Ну там физы много. У меня герой все-таки не армористый. Это, наверное, не хочется. Что тут манта? Ветра у типа уже есть. Я могу соло убивать какую-то ВР-ку грима, точно. Типа надо типов, наверное, фокусить в этом плане. Блинк Солар. Аркан Руна. Жалко, статика нету. Сейчас бы нормально могли подраться, мне кажется. Че, будет кто-нибудь подходить, нет? Давайте, ребята. Встретимся, поболтаем. Но я не хочу врываться, короче. Прям вообще, ноль желаний. Умрет? Нет, супер толстый на самом деле, чел. Ну, такое себе. У нас тут были все, и мы ничего не смогли. Да, это жестко. Мы, по-моему, контроль настакали, если не ошибаюсь. А, у нас рот так и не выехал. Ну, там Гримстроп их законтрил. Он на них въехал. Я почти убил этого типа на кинте. Пипец, он толстый. Сука, в тебе надо вообще, мужик. Кстати, вижен здесь. Нет. Да. Наверное, где-то тут вард стоит. Ну, на лоу-раунде. Ждем БКБшку. С БКБшкой уже можем смело врываться. Там у них, в принципе, особо ничего такого нет. Ну, меня, конечно, может Луна забрить. Но я думаю, не на этом этапе игры. Блин, он даже без худа, понимаете? Он неубиваемый был.
Я же прокастил его. Вообще бессмертный какой-то. Как же сложно это все впитывать. Максимально на тоненького на самом деле игра идет. Потому что, ну, там прокаст бешеный. Ты чуть-чуть позицию теряешь, тебя сразу выключают. И стоишь, отдыхаешь. Нам начать надо, чтобы кто-то начинал. Ну, по идее, это бист может быть, но в того же этого он не может начать, правильно? На имбире типочка. Потеряли парня. Чей? Дэмэдж, хорошо. Слишком больно. Она огромная. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Да, это жестко. Какие еще силы тьмы? Как? Как? Вы видели, что мы в нее нажали? Какие силы тьмы ее забирают? Вы что, нормальные вообще, ребята? Это же нонсенс. Так, что берем? Я не знаю, атак спид. Вообще, я с руки много наваливаю, кстати, я заметил в файте. Типа, прям стоишь, автотачишь, и так много выходит. Но с другой стороны, КД с пылов, наверное, чуть понадежнее выглядит в отстающей позиции. Поехали сюда. Как? Вот, объясните, это же не так работает. Типа, если жучка добивает, но мы ее хоть раз тронули, все равно же между нами делится между всеми, правильно? А здесь такое чувство, как будто Тавр в соло его забрал. Знаете, он такой, типа, да мне пофиг на эти ваши ультимейты, я за ласхитил, как бы, это самое, деньги мои. На самом деле, все время вышки решают, кому достанется ласхит, ну, кому достанется фраг. А у нас просто злой Тавр какой-то. Так что не повезло. Долтарион, спасибо тебе большое за 2.5 бакса. Большое спасибо за поддержку. Мужики, я с вами. Тихо, не жрать ничего. Ага, поехали. Ой, какой трек. Это Рамштайн, так сказать. Да. Должен умирать, кстати. Или нет. Или не должен. А, или должен. Хорошо. Да, ну ё-моё. Пипец. Зажрали просто за ульту Грима. Ну хорошо все равно. Нормально на самом деле. Пойдет, пойдет. Ну вот вам и камбэк Петрович, ребята. А, чё скажете? Нормально, нормально. Отжариваем потихонечку. Блин, слушайте, может это взять все-таки? Магия там, туда-сюда. Ну, сейчас меня Верка с физы расстреляла. Просто вот урон заклинаний, как бы, я получаю от этой штуки, да? А вот магии я не так сильно боюсь. Меня больше с руки пинают. Тем более, сейчас я БКБ покупаю. Не, это я брать не буду точно. Я резнусь. Аркану я возьму. БКБ-ха появляется. Ну, что, Шива, наверное? Физы многовато залетает. Шива или Аганимчик? КД 40, это классно. КД 112 это не классно. КД 40 это классно. А вот 112 нет, не классно. Ну, короче, вы поняли, да? Этот ход мыслей, так сказать. Поехали. I'll take her kin, I'll take, I'm coming. Бэнг, бэнг. Чё тут у тебя блинк? И учтем. Я, наверное, Шиву хочу. Наверное, хочу Шиву. Цички у нас не то, что прям по КД, мне как-то не хватало. Увеличивает урон. Сколько здесь урона? 560. Здесь сколько урона? 680. Ну да, там чистый, конечно. Гоу-гоу. Mm-hmm.
Луна, 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 Луна. Лук, лук, лук. Блинк есть? Есть. Рошен, 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 Рошен. Погнали, погнали, ребята. Ну-ка, иди сюда на Рошанчике. Все, нормал, ясно. Все есть, хорошо, хорошо. Двигаемся, двигаемся. Вперед к победе, так сказать. Да, я думаю, Шиву соберу. А после этого, может, какой-то Хекс. Чтобы держать подольше. Ну, вообще, контроля у нас проблем нету. Можно реально в дэмэдж выходить. Звуковой удар наносит 175 урона безмолвенным. А, мы этого типа приняли? Это вообще найс. Он всяко поинтереснее смотрится, чем кто-либо еще. Гопуш. Найсово, найсово. Так, я под арканы все нажал. Это хорошо. БКБ до сих пор не вжимал, кстати. Чувак на луне, конечно, бомба просто у противников. Мне нравится этот парень. Побольше вот таких ребяток, так сказать. Удачи, всего хорошего. Ты чё, мужик, вытворил? Ё-моё. Поехали пушить. Ну, у нас прям free situation пока что. Эй, гоу спектры. Сидим на яреве. Окей. БКБ откатывается. Очень. Я, по-моему, БКБ под аркана нажимал, что ли? Это же финиш. Как сильно. Ну-ну, хит здесь он. Сейчас чайные будут, я отойду. КП маловато. Но БКБ в принципе есть. Че, мы отойдем что ли? We have edges, но... Glimpse? Хорошо. Это наш клиент. Сюда. Все, выходим. Get back, get back. No resources. Get back. Ладно, поехали, ребята. Потеряли нашего товарища уже. Ну, мы довольно много выжили. Типа, байбеки там туда-сюда. Поехали, шарт куплю. Пойдем покачаем припасиков. Вот бунтосик выпьем туда-сюда. Чё, вампиризм там, ага, черма, пойдет. Shadow Strike Area, погнали. Ты чё, оригинал? Поехали, поехали, ребята. Смоки так смоки, гоу. Так, надо сайлинс накидывать. Гоу-гоу, луна. Гайс, Марс. Go top lane. Get back. No Mars with us. Get back, we can't. А я люблю музыку на стриме. Господи, зашли на поток. А там стример красавец. Мутит крутой контент. Культурно общается. Не рейджит и хорошо играет. Зрители джентльмены. Читят не надо. Сайленс. Ах, не затаймил. Ничего, next раз точно затаймлю. Хорошо. Тут на верке вроде это был, нет? Да. Сюда, сладенький. Ты чё, от ультравамана выбежать хотел?
Отказано. Отказано. Коничева, привет. Спасибо большое за 200. Большое спасибо за поддержку и приятные слова. Рад, что тебе нравится смотреть. Очень рад, что тебе нравится контент. Спасибо тебе большое за композицию. Послушаем. Да, это жестко. Ну все, ребята. Как бы мы на копе. Я считаю, натренировались. Next каточки уже еще бодрее будем. Хотя куда бодрее. Прям солидно едем. Урчит. Сюда. Кельтравомана быстренько на зубок. Кто там встает? Два чувачелса, да, каких-то? Окей. Ну, можем пушить, реально. Погнали. Ну, там луна просто еще. Луна, конечно, не кайф. Не, луна не кайф. Ну да, конечно, пусть вышка бьет меня. Пойду-ка я на базу, знаете что, ресов нету. Отопьемся, подумаем, что-нибудь придумаем. Музыка классная, кстати, мне нравится. Композиция зачет. Все, сейчас давим, давим оппонентов. Шива уже рядышком. Блин, у меня КД на блинке 4.8. Классно, классно. Меня устраивает. Еще есть нейтралки какие-то? Вроде все выбили. Да. Конечно, спектра с арбой это вообще имба. Только она не у нее, у Марса. Ну, не знаю, кстати. Ну, наверное, кстати, классно. Хорошо спорится под Владимиром особенно. У нас Владик есть. 100 лет не видел Владимир в играх. Блин, а фармить-то легче стало с этой штукой. Не, шарт хорош. Шарт на копье хорош, мне нравится. Да. Пушим, пушим. Работаем, работаем. Мне до сих пор пайпа нету. Долго довольно. Луна, try and be KB soon. С БКБ приятно играть на квапе. Можно прыгать вперед просто вообще на мужика. Наш. Шива 140 голды. Вообще кайфово. Можно прыгать, кстати, на, я думаю, верочку. Иди сюда. Я не знаю, I mean half HP tower, we can try. Ну можно не меня, пожалуйста. Все, хорошо. Как ты голый трон? Шейкал от бога. Шейкал от бога был. Just get out, get out. Ну да, это было жестко. Ну здесь голый трон остался. Ладно, пойдет. Че у него с Кади БКБ? Пипец. Так, че next? Как вариант. Аганим, но я не думаю, что он необходим. Мне кажется. Типа блокторнчик. Не, Хекс. Хекс нормальная тема. Погнали. Шива есть, все есть. Все, лассайт остался. Вообще Рошана быстрее появится, я думаю. Поехали. Классный был трек, спасибо. Мешочек. Благодарю. Что-то тут у тебя. Ну ему сатаник фле осталось. 30 секунд. Ой, он без рора, без всего. Он просто умер, короче. Ну позиционка фуфло. Давайте называть вещи своими именами. Но с другой стороны, они не запушили. Они там ВР-ка в топе. Они вроде и не запушат уже. Да. Неплохо вернули башер. А, у него биссел есть, вообще найс. Очень хорошо. Да, странно, что он не бьет, было похоже на Рошан, но это не Рошан. Че у тебя по шмоткам? Я его убью сейчас. Домой.
А, понимаю. Домой не хочешь отсюда? Ага, да давай, до свидания. Поглощение скилла. КД блинка. Ну, у вас очевидно рекин сфера. I'll take region. Все, чувак, ты че? Стадия лейнинга уже прошла, так сказать. Самое время терпеть, верят копы. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Танцевать будем. У нас только что танцы с Эмером были. Ты пропустил? Спасибо за 150. Спасибо за еще одну композицию. Мы уже потанцевали так-то с товарищем. Я не знаю, что трона. Go safe play. Go Megas. We have no rush. I have no ulti. Go, go, go. Get back. Play safe, accurate. Accurate gameplay, пожалуйста. Also, we can get neutral items real fast before they get them. And attack with neutrals. Need to stack this. Ba-ba-ba-ba-ba. Все, по красоте идем. Ну куда ж ты блочишь, чел? 37-я минута, он крипасов блочит. Так, нинджа гир на такое себе. Что-то еще? Спектр? Поехали, будешь пушить, мужик. Не, мне этого не надо, спасибо. Как-нибудь сам. Текс. Айон диско он грим. Оп, немножко сайленса вам в ленту, так сказать. Ага, ага, хорошо. Сюда, товарищ. Окей, окей, thank you very much. Луну убили, найс. Все, можем батить на срок. Погнали. Припасы подходят? Подходят. Четко. Чисто на мужика врываюсь, вообще фиолетово, просто фиолетово врываюсь. Вижу айончик, сразу подготавливаю, так сказать, плацдарм. Спектр, баг, луна пир, баг, луна пир. Баг, спектр, эй. Баг, 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 баг. Бах, кей, локо. Орелон. Сюда. Следующий. Орчит, хорошо. Хорошо. Какой же это вынос, ребята? Как же мы их хламище вынесли? Ну да, это жестко. Это травоман на квапе, ребята. Обратите внимание, просто травоман на квапе. Mid Queen of Pain, так сказать, на 7000 ММР. Обращайтесь. Обращайтесь. Баньте минера. Ловите квопку в лицо. Классно, классно, альтернативный стиль разблокируем. Уровень 2, видите, у меня вообще, вы понимаете, у меня второй уровень Dota Plus, я вообще на квапе не играл уже черт знает сколько лет. Черт знает сколько лет не играл на квапе, понимаете? Соло. Соло, ну вместе с командой, конечно, но в целом в соло. Молодцы ребята, все зайчики, красавчики. Старт был очень тяжелый. Старт был нереально тяжелый, но главное, это холодный мозг. Как бы, да, их четверка ко мне бегает, постоянно меня гасит, душит, руны отбирает. Ничего страшного, это просто лейнинг. Двигаемся дальше. Покупаем шмоточки, посмотрите, что камбэкнули. Да, это жестко. Да, это жестко. Приятная каточка, ну все, можем в квапу выезжать. Мне просто интересно, когда я вообще играл на квапе? У меня была недавно вроде одна игра. 21 год. Вот смотрите. 21 год сыграл. 20 год. Две игры в 20 году, потом 18 год уже идет. Сингл драфт, и то она мне выпадала в ЛПХе. Она мне в ЛПХе выпадала. Осознанно пикал я ее последний раз до этого в 16 году. Вообще, просто ноль игр. Ничего, выкатываемся, разматываем.